Здравствуйте, я сегодня научу, как разблокировать iPhone. Открывайте любую страничку, заходите в Google, и вам нужно написать Z iPhone. Потом первое, Z iPhone с блок, заходите туда. Вам нужно загрузить файл, если у вас здесь сейчас. Вот. Если у вас Windows, вы грузите первое. Если второе, если у вас Macintosh, вы грузите второе. Так как у меня Windows, я его загрузил. Нажимаете на... Ну, сюда нажимаете, она начинает грузить. После этого, как вы загрузили, сохраните ее где-нибудь здесь, чтобы легко найти. Я его сохранил вот здесь. Здесь. Вам нужно его открыть просто, сделать unzip. И у вас выйдет вот такая... картина. Чтобы разблокировать ваш iPhone, это первое, вот сюда нажимаете Unlock Jailbreak Activated in One Click, и ваш iPhone разблокируется и будет работать на всех GSM стандартах, ну, сим-картах, на всех сим-картах. Jailbreak — это грузишь какой-то инсталлер, грузишь и можешь с интернета грузить, не из с телефонного интернета грузить программы, Teams, игры, короче, это не нужно. Самое главное здесь, ну, разблокируешь телефон, просто нажимаешь сюда. Ну, у вас должен быть, вы должны подсоединить iPhone к компьютеру, к PC, и подождать. Это берет не более 2 минут. И все, вы можете пользоваться им.